Здесь Ширяева от Европы отделяет всего несколько шагов. Чтобы отправиться в путешествие, не обязательно паковать чемоданы и лететь на самолете. Достаточно прийти на выставку с говорящим названием «За граница» и насладиться картинами из личных архивов почти 30 художников. Найти человека, который бы не любил путешествовать, трудно. Художники делают это по-особенному. С помощью кисти и холста они передают все свои эмоции, чувства и опыт, без которых не может обойтись ни одно путешествие. Наташа Рави писать картины начала 5 лет назад, именно за границей. До этого всю жизнь занималась росписью церквей. Путешествия, говорит автор, помогли узнать себя лучше. Каждая страна по-своему вдохновляет, впечатляет, и всегда рождаются картины. И там пишем на холстах, этюды, и когда приезжаю, тоже хочется что-то по впечатлениям написать. Очень многое, признаются художники, зависит от места, где приходится работать. За пределами родины из-за разницы культур и менталитета атмосфера особая. Интересно, прежде всего, люди. Природа, архитектура, культурные какие-то достопримечательности, они насыщены человеческим присутствием. И эмоции, которые составляют вот это все в комплексе, оно выплескивается на холст. И получается такой вот художественный образ. Солнечная Италия, чарующая Франция, умиротворяющая Балтика. Выставка словно экспресс. За час можно увидеть сразу несколько частей света глазами художников со всей Самарской области. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.